Я играю Пим, Личен, Афанас, мяч против твоих четырех. Мяч мой, ёб. Ты уверен? А ты у него спроси. Подожди, у вас получается Жо, Аван, Шабар и Валера. Валера тоже к нам хочет? Что к вам хочет? Я так честно. Ну, как будто выставляешь тогда. Я говорю, мяч. Да мяч за меня. Да за меня он. Да ХБ, я майку заказал уже. 96-й. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Хоккей Бразерс! Долгожданная битва, которую я сам объявил, предложил. Хоккей Бразерс против трех безумцев. Играем мы на Диму Мячева. Дим, привет! Ты сегодня лот. Если выигрываем мы забираем его просто, да? В рабство. Если проигрываем мы, то забираем его с компенсацией, которую придумают сами Хоккей Френзи. Три безумца, три Френзи, я уже запутался в ваших названиях. Ребят, как всегда, 7 точек. Валер, ты знаешь все точки наши? Нет. Значит, узнаешь. Кулька будет серьезная, самое главное. Ты, кстати, подписан? На вас? Да. Нет, брат. Вот подпишись, прояви уважение. Мы начинаем, поехали. Ребят, ну а спонсором нашего канала является компания FunBet, надежный партнер, который поддерживает такие клубы, как Томский Авангард, Салават Юлайф и всю лигу КХЛ. И даже Александр Овечкин является амбассадором. Специально для вас по промокоду HB2000 забирает 2000 FreeBet в удобном мобильном приложении. Мы начинаем, поехали. Первая точка. Броски с усов начинают Хоккей Бразерс. Поехали. Аван, ты будешь в очках? Да. Ты уверен? Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Димка мяч хороший игрочишка. Поможет нам в дальнейших соревнованиях, разных играх 3 на 3, потому что это набирает огромную популярность. И Дима мяч очень весомое оружие в этих противостояниях. Помните меня? Я был с вами когда-то, ребят, я вас люблю. Дима, что, ёбаешь? Ну, не обижайте, что я ушел. Так получилось. Постараемся, чтобы первый блин не был комом. Здорово, Афанас. Ёб твою дюсю, а я говорил, Рахазик и ставь. Мяч не участвует? Нет, мы на мяча играем, мяч зритель, блядь. Мяч просто присутствует, стоит. Ты просто присутствуешь. Что, Миша не забил, да? А я возьму, забью тогда. Ванечка, с возвращением, дорогой. Иван, кто бы сомневался, старый? Это старый пройдоха еще может показать уровень. Не было, да, точно? Кстати, вратарем контра. А голы будут? Или вы только спаса умеете забивать? Дайте мне шанс. Дайте мне шанс. Я просто... Да что вы сыты, давайте. Я пошел. Предохранитель на крышке. Шайбу надо просто? Да. Бля, забыл. Вот он, старый пройдуха выше. Оцените, крутик из Казани приехал, у него этикетка самолет еще на крышке осталась. Заценили, да. Заценили, да. Вот так, знаешь. Вань, ты знаешь, куда он бросил? Прикладывал этому вратарю по девяточкам, левый, правый. Куда бросить? Правый, левый? Я тебе не буду говорить. Господа, потише. Подожди. Хороший ваш! Ну кто бы сомневался, что старый пройдуха. Они очень ужасные. Дай я покажу разок. Давай попробуем. Давай выйдем. Конкурс плохих бросков. Блядь, он угадал, куда бросаю, а я его... Ну не получилось. Как они на играх забивают? Давай, ну, все, не влияет нам, блядь. Знаешь, Александрович, остался. Нет, уже... Брать не буду. Давай, выкрутись. А никакого выкручивания. У нас спор был, я выставлял игроков наемников. Не верю. Блядь. Так, ну что, куйка серьезная намечается? Куйка. Это что, это куртка? Не-не-не, это битва. Битва намечается. Поэтому я хочу оставить вас без багов, пацаны. Валера! Хорошо, вперед. Даже с разбегом Иван бдит. Ты бы от Хоккей Бразерс разбежался бы еще. Олег, там ворота есть. Ну я знаю, но я целился. Сейчас пристроюсь. Иван был спокойно сейчас положить. Как он чувствует? Есть пропитие? Ваня настроен, да, серьезно, давай. Я люблю, когда он настроен, типа. Значит, самое сложное мне оставили, но сейчас попробуем забить. Да, вот тебе. Да, зачем? Вот просто Иван на страже ворот. Ну что, куда, пацаны, все отобью, вы че? Я просто сконцентрирован на ноге, на своем физическом здоровье, поэтому сложно как-то комментировать. Я сейчас что-нибудь скажу хорошее, а потом посыплюсь. После первой точки ведут Хоккей Бразерс. И знаешь, здесь очень многие новички, они первый раз. Они по-любому все смотрели вот миллиард наших кубок, все-таки, да я эти броски с усов забью. И доказали, что Хоккей Бразерс опять лучше. Поехали, один в один. Ты насасывает уже, получается. Она в край ловушки попала. У вас мораль на плечи дам. Просто человек сам говорит, Мартын у меня капитан охуенный вообще просто. Не ругаемся. Извиняюсь. Хорош капитан, да. Самое главное... А вратарь говно. Бодрит, да, мотивирует всегда. Не, как говорится, выигрывает капитан, проигрывает вратарь. Все верно. Кто не знает, Дима Мячев возраст. Да, это я. На него играем, он просто здесь находится. Ты за кого вообще? Нет, за кого ты болеешь?
Ах ты бесстыдник. Этот засланный казачок мне нравится определенно. Только попробуй в тело ударить. Они разберутся, все смотрим. Сейчас интересно должно быть. Ой, ножки. Школа? Хабарна! By Денис Качин. Меняйте сразу! Афанас недоволен. Афанас Калиева! Смотри, как надо. Смотри, Чабар может нарисовать. Может. Оп, оп. Ой, еще не было. Все равно не было бы гола. Не, ну Ваня. Слава еще. Ваня, не, Ваня такой лучше. Не, Ваня подыграть. А че она там мимо летит? У нас коп нет голов, да? Поэтому все не работает, да? А что ты? А, вратарь тут я. Ты в защите? Я в защите, получается. Да. Поэтому я пойду защищаться. Рисуй, Вань, рисуй, блядь! Ой. А Жеков, тело смотри! Тело смотри! Сейчас самое интересное, что будет делать им. Ты знаешь, эта хрень еще сейчас забьет, вот отвечаю. Телега сейчас доедет. Причем реально упал, это не шутка. Можно, можно, можно! Ударился, там мешочек упал. Монеты, блядь, рассыпал. Ваня, надеюсь, никто не видел, надеюсь. Ребята тренировали бильярд, поэтому опасно так с кием их играть. Ну, попробуй. Так, кавалерка у нас грязная игрочишка. Пим, аккуратней. Конячки-то проверят тебе. Ну, кстати, блядь, лопаты херачит, блядь. Валерка, знаешь, смеется, улыбается своими зубами красивыми, а потом выходит, наверное, лязь тебе. Валер, на точку, Валер, на точку. Сим, так? Диапазон. Я понял. Опа. Блин, перегорели. Хорош, хорош! Я сейчас выйти с меня доведете, я выйду. Я сейчас выйду и что-нибудь точно сделаю. Это самое, как... Ну, да. А ты не... Рисуй, Валера, у тебя номер на мозге. Аля. Работай, Валерка! Лезь за ней! Молодец, доигрывай, по атаке в сторону. Другую сетку. Здорово! Ничем без шлема? Блин, да маска отвлекает, и пока не перекрутил на визор. Володя, блядь! Володя на широкую уходит. На ветеранчик, да? Давай, Сашка! Расшибется, либо, расшибется. Либо не получается, либо переживают. Все волнуются. А, даже Рахазик он волнуется. Я переживаю за него без шлема. У него даже хочешь вылезти. Что у меня с ушкой? Фрэнс бы написал, сказание осталось. Безумная крышка, безумная команда. Делай чайку быстрее. Володя! А чё они там стоят? Целые старые. Ваня! Володя, Ваня! Хорошо было. Там было красиво, а то просто... Нет, Володя проспал, опять... а Иван... Володя, Иван или Аван? Аван. Балван. Балван. Счет по-прежнему 1-0. Мы переходим на 2-0 по 3 раза. Поехали. Блядь, канал, бедолаг, блядь, сегодня. Вот она! Секси фрау, это самое какое, блядь. Сказку, да, вот. Бесплатный мяч. Я сходу в 9 правил. Вань, вспомни, они не умеют забивать без паса. Вань, ты после травмы, блядь, он чувствует. Порвется. Хорош! Ваня лучший. Надо было подстроиться, как Кросби. А ты не подстроился, как Кросби. Потому что я не Кросби. Получится. А это сейчас будет 3-0. Это? Да. Тебя разберутся. Пэм. Рим. Как они рисуют. Да. Его Колизей сломался. Его акведук не достроился. Помнишь, как я сходу смотрю? Да не было такого. Чего ты сейчас? Сейчас посмотришь. Знаешь, как дед, который, блядь, на войне не был. Я снимаю предохранитель. Мясо. Поехали. Все, мило. Самое интересное, что будет Евгений делать. О, да. Сейчас это, блядь, пропитая. Сколько этот человек не катался, кто мне скажет? Это хранитель, это мне не нужно, я распространяю. Ай, мягенько. Краску. Бросать! Ваня, тот пациент стоит. Как он чувствует? Он их психологически выигрывает. Сколько Ваня уже тоже не стоял? Ваня очень долго не стоял, но он готов всегда. Давайте последний раз. Что он делает, я не пойму. Катина какая, брат, жадный. Не хочешь, походу, выигрывать, бля? Как увеличивать? Я не сомневался. Конечно, все. Еще бы Рим пиво воткнул, да? Ну, Рим просто чек-чек. Там уже. Нет возможности. Одно и то же, но пора уже выучить, бля. Я пошел придевать майку. Ну, пора. Так уверенно, хоть и в раз еще 2-0 никогда не делали. 3 забили. А, извиняюсь. А, у них классно темп. Эй!
давал или что? Мне подавался, я бросал. Близко подбежать. Но можно качнуть, он лишь до последнего, потом садится уже близко к воротам. 3-0 ведут Хоки Бразерс, мы переходим на броски с центра поля. Смотри, веселье у нас началось, а пацаны поникли. Мы же мяча играли на тебя. Мы приехали, я просто не понимаю. Поучаствовать в соревнованиях. С нами увидеть, в конце концов. Точно, скучал вам. Мы тоже скучали. Главную часть я сам знаю. Я 1000 роликов с Копычем просмотрел, поэтому я уверен, что я тоже не махнусь. Это очень сложно. Так он выбирает щелчок. Я щелчок тоже выбираю. Проверка на харизму! Не прошел, да? Не раз еще три создать просто. Видишь, что я сомневался, дорогой. Так все, Казань получается с вами такой. Да ты что, мы там неделю пацанов сплочали, блядь. Копыч, это для тебя. Когда первый гол забить, хотя бы пустые ворота. Этот челлендж определяет моральную стойкость игрока. И не только его физические данные. Родные стены это помогают. Пацаны уже уверенность почувствовали. Победут, можно успокоиться чуть. Было. А мячишка-то все ближе? Разрыв очка, блядь. Мячишка все ближе к нам. Ближе к нам. Идеально получилось просто. Было сказано забить гол вверх. Всех. Не было сетки. Было сказано всех. Было сказано всех. Братан, ты можешь здесь обосраться. Два года. Вырубай камеру. Главное вайпс. Рим. Просто команду тащить за собой. Я обычно с тусов-то не могу добросить. Не знаю, как из середины, блядь. Просто. Сейчас знаешь, сколько тебе комментариев будет? Верните Крутика, верните Крутика, верните Крутика. Верните сына Одина. Все в порядке, блядь! Жень, надо не пить! Оставайся, безумцы! А что с нами задеваешь, блядь? Чего залетаешь? Чем за херня? Походу это домашние стены помогают. Мы тренировались. Финал мы делим. Буду ли я тот самый безумец, который сможет размочить счет после трех челленджей? Первый гол есть самое главное. Счет 6-1 ведут Хоки Бразерс. Мы переходим на 3-1. Атака сходу по 3 раза. Поехали. Даже скажу так, подпишитесь на их канал, но не сильно. На 30%? Ну типа, подпишитесь и типа, два подписался, один отписался. Позор, нет. Быстро начали. Тяжело работать с профессионалами, блядь. Ну-ка. Давай, блядь. Рим долго к этому шел. Рим, отмочи. Я посчитал, сколько пацаны мы назабивали в Фиджитал. 29-5 мы сыграли за 3 матча. Там она! Давай, пацаны, давай! Но они сыграли за нас. Я поэтому. У них и слабее соперник. Ваня! Если я начну себя странно вести... А если я начну стрелять? Нет, если я начну себя странно вести, то потому что Крутик в моем шлеме потеет сейчас. Мы разучились делать вот эти упражнения. Казань забрала. Вы с собой, конечно. Вы забыли, да, про своих? Да, пипец. А можно и подраться здесь, пацаны? Раздерутся же, Надо драться. Вон она! Я же его в состав пригласил. Не, почему на мяча? А на кого, типа, он же в состав. Типа, они просто так его не отдавали, придумал, что готов на него сыграть. Ваня прав. Иван, лучший. Не, есть же другие игроки, допустим, типа, там, Ипу, типа, словно, Аван. Да. Типа, их в состав? Вообще, типа, все. Да. Не, ну, кроме... Потому что мяч не особо присутствует. Нет, почему я его в ХБ позвал? Да. Потому что он очень сильный игрок, 3 на 3. Все, некому отдать. И вратарь, бля, просто зверюга. Вот он. Патрихайловский на пас уже пошел. Выучил наизусть, по-моему. Да. Заберите Женю обратно, Москве, пожалуйста. Это тренер, пусть сидит. Я просто не желаю, как Дима мячил. А ну-ка. Ой. Ёб твою мать. Это просто пиздец. Ребят, все просто. Стоп! Ох уж эти наемники. Я вот, знаешь, когда... Я даже знал, что они это делают. Да, я не знаю, как они это делают. Там 500 лишних передач были, которые... А? Да, брат, мы пришли. Проверка на харизму, шанс номер 2. Что такое харизма? Не прошел опять. 7-8-1. Thank you.
Сбербанк сегодня просто, блин, не дает вообще. Я флексован. Понимаешь, какая у нас главная фишка? Какая? Сплоченность. А у бизнеса какая главная фишка? Не сплоченность. Просто я не могу пробить, что с ним делать, сделали бы. Наемники голодные, ребят. Чего они творят, что рисуют? Мы переходим на буллиты. Предпоследняя точка, поехали. Да, мы не найдем тогда. Все, булить, давайте посмотрим. Уже индивидуальное мастерство. Ой-ой-ой, Мартын. Хорошо. Не парил. Быстро красивое катание. Да, катается реально очень красиво. Мне прям нравится. Он играет, смотри. Он играет хорошо. Ну, лучше, чем Дима. 8-2. Лучше, чем Дима Мяч. А у них разные стили. Руля, поле. Это моя дисциплина. Моя дисциплина. Понял. И развивать атаку очень быстро. Хорошо, Марк Галин. Скажи, пожалуйста, что вы... Ой-ой-ой, блядь. Вот, овсом. Овсом? Овес. А еще пшено. Пшено, да. Знаешь, что лошади в жопу жаль не были, им нужно пшено либо овес. Ты видишь, он творит вместо стенок. Что, блядь, когда насилуют, что нужно сделать? Насилуют? Да, насилуют, насилуют. Нужно просто расслабиться и получать удовольствие. Теперь я понял. Опыт? Сейчас свою корону. Алика, там Валерка голый. Валерка. Здорово, здорово. Валер, ты красивый, тебе не надо забивать. Я хоть и в кепке Ови, но сейчас будет Паша Дацук. Вот и все, понял ты. Понял? Рим. Ой, уже расслабился, конечно, такой. Вот, Рим. Я все-таки очень хочу пробить этого вратаря, потому что сегодня вытворяет какие-то невероятные. А тебе кто пробил? Мне пробило раковину, я упал в дуло. В душе. Так нельзя про нас. Ладно, так можно. Ну, я же... У него плюшка, блядь, еще со Спартака МХЛ. Сколько что проиграли, зато я ему забил наконец. Как грязное лицо там залетело. Просто подливу дал. Неудобно, неудобно попал. Давай, Рамтел. Давай, Рамтел. Выключите свет, я домой просто. Все заценили, как у нас сейчас вратарь просто пятерочку катился вместо того, чтобы болит отбивать. Сейчас посмотрим, что у Жони. Там много разговоров было у нас на медиа-турнире. Они что, блядь, болит догоняющим? Ну вы что, они болит, как хуярят? Ой-ой-ой-ой, два чёчечка назад сунули. Тоже хорошо, тоже хорошо. Хорошо, так, хватит. А чёчечку проверили, не такой, но и свежий у него оказывается. Ребят, последняя точка. 4-3 атака в зоне по два раза. Эти лего, блядь. Это правда. Ну а что делать, если, блядь, по 3 на 3, ну, блядь, так происходит, что мы играем 3 на 3. Все, время пошло, подожди. Давай. 30. 55 заканчиваю. Да нет, там не можно докурить, если есть атака. Ну. Решай, Володя! Все, минус. Нет, что не вышло. Играем, играем. Сколько? 30 секунд. Да, да, еще 10 секунд. 10. Убивай его! Ничего чуть не отрубили. Не жалко, нас здесь 20 секунд. Человек. Раз! Реально можно плевать. Два! Три! Бросай! Бросай! Ой! Хорош! Все! О, просто он сюрприз наш стоит, приз. Нихуя! Ну это что такое? Хорош! Крутик просто повторил попытку. Высшая моя команда, ты проверяешь? Время пошло до сада. Так, крутится вверх. По спортивному, прям по профессиональному. Ой. Хорош, Марты. 20 секунд еще, 20 секунд. Сэй, сэй. Вот души, 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 души. Потряхаешь. Наверх поднимай. Здорово. Переводи. 10 секунд. Бросочек. Ой, неплохо, неплохо. Секунде! Успели! Разбью! Любят они на последний час. Успели! Женский жанр, да. Мяч, блядь, помоги пацанам, блядь, давай, блядь. И завершающая попытка нашего прекрасного челленджа. Дай им нам. Вот уже все ясно. Пусть нам. Я выйду. Пусть играют. Куда? Выводи, выводи.
Играй, блядь! Ой-ой-ой! Играй! Ой, Женя, блядь, ты не надо лишних движений, так как я, блядь, так же. Думаешь, что можешь, а ты ничего не можешь. Да ты ничего не добьешься! Грохочет громко. Уверенная победа в Покебразерс. Пацаны доказали, они хотят видеть Диму мячом в команде. Димон, пацаны, прощайтесь со своим товарищем. Пока, пацаны. Уже не товарищ, блядь. По старой дружбе, по старой дружбе. Фотография будет? Две привезем к нашей матче. Поздравляем! Кого-то теперь надо уволить из команды 100%. Переизбыток. Поцелуй, блин. Обязательно подпишитесь на канал «Трех безумцев». Тигра поцелуй. Ну, на прощай, мы чё? Можно, можно. Ребята, обязательно подпишитесь на «Трех безумцев». Ребята очень стараются, делают контент. Все мы вместе продвигаем хоккей. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Много комментариев. Какой Валера красивый, какой Крутик смешной, какой мяч молчаливый. С вами были Хоккей Бразерс. Всем пока.